И снова всем привет. Сегодня я буду сажать клубнику, так как мы переезжаем на новое место. Вот я тут накопала со своего старого огорода. Вот сделала такую грядочку. Под низ грядочки положила солому, сено, ну, скошенная трава. Сверху плодородная земля. Вот. Если вам интересно мое новое место жительства, вот это участок. Внутри я вам попозже покажу. Вот тут качельки. Вот это уже у соседа, это не наша. Вот сушилка для белья. Вот где идет травка там. Очень большой участок, очень хороший, светленький, деревьев больших нету, далеко только. Солнышко здесь будет целый день. Вот тут хоз постройки, тут летний домик, там домик наш. Этот дом больше, конечно, чем старый. Старый я не показывала, не снимала. Старый он и есть старый. Он идет под снос, в нем жить уже нельзя, текет крыша. Очень холодно, нету печек, только электричество. Так что вот это летний домик, вот это наш новый домик. Мы тут немножечко уже что-то поделали. Я тут посадила уже розочки, лилии. Тут вот многолетние цветы посадила, астрочку, лаватеру, пиончик. Ну вот, поставила свои фигурки тут садовые. Вот тут розочки я посадила. Вот флоксы я подготовила тоже в ящике вместе с комом земли. Буду тоже сажать. Сниму видео. Вот. Вот розочки тут я посадила вместе с примулой. Эта розочка домашняя, маленькая, миниатюрная, вернее. Ее я тоже укорачиваю на 5-10 сантиметров и накрываю лапником. Вот тут тоже розочки я посадила вместе с лилиями. Вот у лилии тут остался хвостик. Вот. Это гортензия. Собачка тут у меня чего-то валяется. Крылечко. Ну вот, будем обустраиваться, будем сажать, снимать, показывать наш новый дом, новый участок, что я буду делать. Везде газончик, очень красиво, просторно и недалеко, рядышком. Не надо менять работу, садик, школы, все без изменений, только место жительства. Ну вот, на этом буду я заканчивать свое видео. Там у меня тоже земляничку я буду сажать. Тоже выкопала буду. Там еще ягодки есть. Да. Ну вот. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Обязательно, не забывайте. Подписывайтесь. Всем пока-пока.